еще хочет. Повернула устройство. В этом году абрикос не было. У нас на нашей большой одной абрикоске, показываю вам цветочек арбуза или тыквы. И мне очень нравится травка спорыш. Она такая кучерявая, мягкая. Приятный такой газончик со спорыша. И если купить, то спорыш дороже, чем все остальные травы. Вот эта большая абрикосина в этом году на всей абрикоске, на всем дереве была только одна абрикосина, или как лучше сказать, один плод абрикоса. Один абрикос. Вот правильно сказала. Это я вам показала. Дашка, друзья мои, сейчас я вам покажу. Дашка гуляла, а Рыжик ходит в гость. Рыжик, ты где? Что это такое, я вижу, что-то не то. Не могу понять, что это. Вот, Рыжик идет. Рыжик. Привет! Привет, говорим. Мы всем нашим говорим привет, друзья. Друзьям привет. Все. Домой. Друзья. Домой. Все. Все пришли домой. Лилия расцвела. А, Дашка ждет, чтобы ей сняли. Мы же уже погуляли, говорит, поэтому надо снять. Снимаем, моя девочка. Вот так. Все, гуляй. Все, отдыхай. Все, порядок. Она уже научилась даже на камеру нормально реагировать. Раньше пряталась. Сейчас, пожалуйста. Ну, все, хорошо. Все, гуляй. Носик у тебя красивый, и глазки красивые, и бровки красивые. Ты вообще красавица. Я тебя так снимаю просто. А вообще вот... Все, гуляй. Гуляй, солнышко. А я покажу моим друзьям, какие у нас лилии расцвели. Такие красивые лилии. Мне они нравятся тем, что заходишь, здесь рядом забор сразу, калитка, только заходишь, и запах вот этот сладковатый, вкусный, такой приятный запах лилии. Дашка, ты меня не отпускаешь, ну никак. А, и поводок же рядом лежит, поэтому хочется. Ты уже погулявшая. Все, погуляла. Эхиноцейки. Мне нравятся они тем, что они цветут все лето почти. Сейчас покажу, друзья, наша роза. Все остальные не принялись розы. А вот это уже высокая. Одна роза с трех принялась. Глория. Все розы по себе красивые, но Глория самая красивая. И Глория еще и пахнет. Запах чайной розы. Лето само по себе красиво, зима по себе красиво. Все времена года красивы. Осень придет, будет красивая осень. Наши крученные панычи веночком. Уже пошли веночком закручиваться. Друзья, если кто у меня есть, напишите, как вы видите мою трансляцию.
Я на всякий случай сделаю лучшие моменты. Создать ролик с лучшими моментами.